Россия – это не Запад, Россия – это не Япония, и Россия – это не Америка. Наши деятели стараются сделать так, как у них. Не получится так, как у них. У нас своеобразие, у нас свой народ, у нас свои должны быть обычаи, свои нравы. Отличаемся мы, наверное, чем-то от других, потому что мы как-то живем на стыке двух материков, и что-то у нас есть и восточное, и европейское. То, с чем мы родились, вот эти вот корни, они для нас очень много значат, они нас питают. Нашу творческую жизнь, нашу эмоциональную жизнь. Люди остались неповторимо талантливыми, как, в общем-то, весь наш народ. Здесь люди более открытые, более гостеприимные, а за границей каждый живет сам на себя, и каждый работает только сам на себя. И там, если ты сам о себе не подумаешь, никто о тебе больше думать не будет. Я чувствую себя гражданином мира, который живет дома. Просто дома. Почему я должен жить в гостях? Я здесь хожу, как мне нравится. Тем более у нас сейчас кто хочет, в том и ходит. Вот я хочу, вот мне 74 года, я хожу. Правда, летом жарко. А так я хожу в туфлях 11 сантиметров каблук. Мне молодые девочки идут и говорят: бабуля, а как вы ходите на таком высоком? А мне нравится, я хожу. У нас сейчас свободно. Что, кто хочет, тот и делает. Даже если я выучу язык, даже если я смогу заниматься своим делом на какой-то другой земле, на другом континенте, я все равно не буду этого делать так, как здесь. Человек, который родился в России, он в России смотрится лучше всего. Мне кажется, делают огромную глупость, которые убегают куда-то за границу. Пусть в Америку, пусть в Израиль, пусть куда хотят. Но они ж там тоскуют. Они там чувствуют себя хуже, чем жили у нас здесь, в России. Страна большая. Там очень много всяких способностей, возможностей. Просто не все это знают. Если поискать, то можно найти. Если хорошо поискать. Да у нас все есть. И ископаемые, и реки, и леса. И все у нас есть. Только приложить надо руки да голову. Я не понимаю, кто это вам сказал, что России нечем гордиться? России было возможно гордиться, гордились и будем гордиться. Россия наша родина, великолепная страна, с хорошими людьми, с добрыми, с трудолюбивыми. В России людьми гордиться, землями нашими гордиться. Эта земля меня сделала тем, кем я сегодня являюсь. И потому, что ничего лучшего для меня, чем моя земля, не было, нет, не будет и не надо.